По благословению епископа Нарвского и Причудского Лазаря, ребята из православного молодежного клуба «Дигитрия» провели большое спортивное мероприятие на территории Нарвского Воскресенского кафедрального собора. Праздник приурочили ко дню семьи, любви и верности, рассказывает Юлия Шершнева. Начался праздник с благодарственного молебна святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, муромским чудотворцам, который возглавил иерей Вячеслав Ромашкин, клирик Нарвского Воскресенского кафедрального собора. День семьи – праздник, который должны отмечать вместе дети и родители. Поэтому православный молодежный клуб «Дигитрия» решил провести спортивный праздник для всей семьи. Семья – это главная ценность жизни. Это в первую очередь любовь, взаимопонимание, поддержка, уважение. Семья – это забота, терпение, ответственность. Семья – это счастливые родители, счастливые дети, счастливые старики. А как сделать семью счастливой? Это уже вопрос каждого. Для нас наша православная вера и церковь дают ответы на многие вопросы. И нашим сегодняшним праздником мы хотели объединить семьи через творчество, спортивные мероприятия, общую молитву. Мне кажется, у нас все получилось. В спортивных эстафетах приняли участие дети и родители православной и воскресных школ города Нарва и Нарва-ЭСУ, а также все желающие. На эстафетах папы, мамы и дети увлеченно и активно выполняли все испытания. По окончании спортивных эстафет состоялось награждение команд. Первое место заняла команда православной школы и воскресной школы Воскресенского собора. Второе место – команда воскресной школы домового храма святого князя Владимира в Нарва-ЭСУ. Третье место заняла команда храма Нарвской иконы Божьей Матери. И четвертое место получила команда всех желающих. Мне сегодня праздник понравился. Он был очень веселым, очень энергичным. Разные поделки были и призы. Все победили, был честный конкурс. И очень было здорово и интересно. Я сегодня участвовала в играх. И наша команда победила, заняла первое место. Вот у нас такая медалька, еще я участвовала в мастер-классах во время перерывов и заработала 7 жетончиков. Параллельно спортивным эстафетам работали творческие мастерские. Дети и родители мастерили интересные необычные поделки. Из бумажных тарелочек делали красивых животных, мастерили ангелочков, рамочки и открытки из пуговиц, ленточек, тканей и прочих необычных материалов. Также детишки сделали красивые ромашки и открытки с главным символом праздника. Дети, которые активно приняли участие в мастер-классах, получили подарки от организаторов. Праздник удался на славу. Когда мы сегодня утром проснулись с ребятами, все были в таком шоке от того, что на улице была ужасная погода, лил сильный дождик, и думали, что просто праздник не состоится. Уже было в мыслях все это отменить, потому что невозможно было проводить все. В итоге все-таки все у нас получилось, с Божьей помощью. Все вышло, стало светить солнце, ушел дождик, все подсохло, пришло очень много народа. Вот все очень активно участвовали, как детишки, так и взрослые. Вот, правда, по мне все было очень замечательно.